Спасатели ликвидировали масштабное возгорание хвойной подстилки и не допустили распространения пожара на лесной массив и поселки Широкое и Гончарное. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Севастополю. Пожар охватил площадь около 3 гектаров. Соответствующий сигнал поступил вечером 16 августа. Первое подразделение спасателей, которые прибыли на место, установили, что возгорание произошло примерно в 3 километрах от дороги. До определенного места личный состав доставляли оперативно-служебным транспортом, а оттуда еще пешим ходом почти 1,5 километра с ранцевыми огнетушителями личный состав добирался до очага пожара. Очаг находился в ущелье, получил распространение в 2 направления – на село Широкое и на село Гончарное. Благодаря оперативным действиям РСЧС города и личному составу лесхоза, подразделение МЧС, пожар был остановлен и не получил распространения на населенные пункты. В 19 часов 52 минуты пожар был локализован, а в 21 час 31 минуту полностью ликвидирован. Всего к работам привлекалось 125 человек личного состава и 21 единица техники. В операции участвовали силы Черноморского флота, Севастопольского лесхоза, пожарная команда «Орловка», водоканал, Севавтодор и государственное предприятие благоустройства города Севастополь.